как снять дефлекторы центральных сопел на торпедо кузов 166 ЖЛС 2016 года. Ну, год не принципиальный. Ну, как бы тут надо немножко поразобрать. Надо снять блок кайла, снять надо будет команд, снять накладку, снять центральный монитор. Я это все показывал в предыдущих роликах. Посмотрите внимательно, там все описано, ну, и рассказано. Когда вы это все сняли, ну как сняли, я его отщелкнул, выдвинул. То есть, ну, особо я так и не разбирал. Ну, я имею в виду до конца. У вас тут есть два нюанса, ребята. Это вот эти вот два самореза. Вот они. Они под Т20. Получается. Сейчас покажу на новой. Вот получается раз отверстие, вот два отверстия. То есть брать так он стоит. Вы их выкручиваете. Они, получается, будут под командом. Ну, я команд чуть-чуть на себя, и вот они отверстия. Получается вот так вот. Вот тут три самореза, ребята, их выкручивать не надо. Это саморезы, которые крепят центральный дисплей. Их выкручивать не нужно. Потом вам надо будет потянуть это сопло, вот это сопло за верхнее отверстие, которое расположено внутри сопла. Сейчас покажу на новом. Если получится, если камера достанет. А вот, достал. Вот это, видите, круглое отверстие. Вот оно. И так же самое здесь. Вот круглое отверстие. Получается сверху, вид сверху. Ну да, вот видно их. Ребята, я беру крючок фирмы Mercedes и засовываю вот сюда. Вот получается вот так. Оп. И вид сверху. Вот. Вы просто тянете их на себя. Вот и все. Если так показать, сейчас вам схематически. Вот, вы засунули сюда крючок. И на себя. Раз. Так же самое здесь. Засунули крючок и на себя. Раз. И все. Крепится оно на вот таких вот защелочках. Покажу сейчас. Вот они. И самое здесь. И получается, оно вот так вот стоит сверху. Вы когда тянете сильно. Раз. Раз и все. Ну а здесь оно крепится на вот таких вот Т20 винтах. Вот так вот покажу. Вставили на себя. Здесь вообще будет разъемчик. Он будет и внизу. Это разъем на подсветку. Главное, ребята, его не оторвать. Потому что случай будет. Сняли. Вытащили. И поставили новый. Вот и все. Разъемчик вам покажу. Ничего сложного.